Да вы, дебилы, подождите. Нет, нет, вы еще не поняли, к чему этот вопрос, почему я так сказал. О, да я не запел, я запил. Даже довезешь меня до Евровидения? Да, тестостерон, ты просек тему, красавчик. Беременных туда не берут. Я буду первый беременный мужчина с накрашенными глазами. Спасибо, спасибо, я здесь. Ричпиано. А что, Ричпиано тоже глаза красит, да, пацаны? Скажите честно, он красит глаза, нет? Привет, мастер. Давненько, давненько. Добрый день. Еще раз всем здорово. А, я просто не знал. Я просто тут решил показать вам эксперимент. Блять, ну нихуя не видно в перископе, короче. Крепкий орешек уже не тот. Блин, линзы цветные, точно, да. Тату на веках делает. Вот же ебаный ты в рот, какой стыд. На интернет скидывайтесь, пацаны, конечно, я буду очень рад. В натурах, как и ты, Шпак. Ну, Шпак не так хорош, как я, вы же знаете. Шпак по сравнению со мной просто Шпак. А я такой красивый, накачанный, сексуальный. Да. Я там это, как это, в Инстаграм загрузил фотку. Посмотрите, полайкайте меня. Полайкайте как можно больше. Давно не видел меня женский угодник. Особенно с накрашенными ресничками, да? Блин, пацаны, вы реально просто вам не оценить, потому что не видно нихуя. Зарабатывают бешеные бабки. Как вам? Смотрите внимательно на мои реснички. Вам видно мои реснички, ребят? Нет? У меня сегодня отдых. Хуль ты просишь, как баба? Ну, потому что я сейчас как баба. У меня сейчас еще и месячные начнутся. Как, пацаны, заценили мои реснички? Так да, в натураху, да. Я, блядь, я че к вам зашел-то? Я говорю, смотрите, блядь, внимательно. От Одинцовских привет. Здорово, Одинцовский, здорово. Я со Шпаком знаком еще до того, как он набил себе первое тату. И вставил себе первый силиконовый имплант. Переверни камеру на переднюю. Она лучше, мы оценим лучше. Да и она как бы вообще-то на это. А я как, мне там не показать. Я ж не буду видеть, что вам видно. Губы подмастить. Гостюнин поехал, и Валера туда же. Да не, ребят, я-то нет. Я просто прикалываюсь. Привет, геленджикские, привет. Я нет, я не в курсе, что там у него случилось, почему его так понесло. Каким он был? Обычным чуваком был. Абсолютно обычным. Юленька Трухина тоже красит глаза, но Юленьке-то как бы сам Бог велел красить. Поводи передней камерой. Да не знаю, пацан, мне не получится так, неудобно все равно. И бороду бигудями хуярить. Не, я сегодня побрил бороду, поэтому решил, что хватит. Она очень волосатая стала. ДВшники насильно, наверное, накололи, и тут у него замкнуло. Не знаю, в натураху ничего не могу сказать. Лучше посмотрите, какая у меня сиська. Колени, блядь, болит ужасно колено, просто ебнуться как болит. Но делать нехуй. Болит и болит. Я не знаю, зачем мы его обсуждаем. Вы сами начали обсуждать, я просто поддерживаю с вами разговор. Че, как вы считаете, мне на Евровидении лучше или мне лучше в Men's Physique? Как вы думаете? Новая линейка одежды. Про новую линейку одежды что-то более или менее адекватное смогу сказать на следующей неделе. Сегодня ничего. Я сегодня не тренируюсь. Сегодня я забираю у генетика то, что должен забрать у них уже давно. Мои бабки, блядь! Давай, порви Гусева. Гусева, блядь, порвать будет сложно. Алфлутоп уже пора заново, походу, его. Пора покуривать пару сик в неделю. А, можно, да. Эрлайн вкусный, но беспонтовый. Ормалон дешевле, он не лучше. Men's Physique только в стрингах, это не проблема. Вообще не проблема одеть стринги.
Что еще? Да, я фитонешка сегодня. Блять, конечно, херово, что не видно вам вообще. Мастер, иди в жопу. Видно только лоб. Ну, лоб у меня, да, лоб у меня синтольный. Синтольный лоб. Курсить в 10 норм, да, очень хорошо. Ниже камеру. Куда уж ниже-то, куда уж ниже. Ой, блин. Едем на Евровидение. Я вот очень хочу. Я думаю, что я бы там пиздато спел. У меня... Я сам себе тренера подводит, меня Вишневский. Крылов синтольный, а сам пиздит на синтольщиках. Твое мнение. Не буду комментировать. У тебя такой череп шелковистый, офигенно. Только что намыл. Диван прикупил. Джамала. Джамала вообще-то, я как послушал, охуел. Такое говнище. Тезка, я с Украины, у нас пропик в аптеке без реплики. Фармак, он нормальный. Фармак очень хороший пропик. Убери камеры с лампы. У меня лампа не включена, ребята, это солнце за окном. Когда на треню, блядь, завтра? Есть какой-то, Василий, пока твой брат. Нет, он не мой брат. Слышишь, иди нахуй. Слышишь, нет, не пойду. Джамала самое лучшее. Да успокойся ты там уже. Омега-3, сколько грамм пьешь? Омегу еще не пил. Плакат Вишневского, конечно, висит. Я вообще тихий. Ну что ж теперь поделаешь-то? От лысины солнечные зайчики слепят, реснички плохо видно. Блин, да вы запарили, ну. Я не знаю уже, как вам их показать. Вот так хорошо. Так нормально, пацаны? Сейчас видно? У меня длинные ресницы, вы оценили, да? Я же вам говорю, а вы все шпак, да шпак. Да че там шпак? Еще тут набежали. Джамала, Джамала. Джамала-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 ла. Продался Макс Фактору, да. Хочу заключить еще как контрактика себе немножко. Контрактика хочу заключить, как это называется, с фирмой косметики. Я просто решил работать на разные аудитории, вы ничего не понимаете. Аудитории гомосеков, блядь, у меня еще мало. А я чертовски ведь хорош. Правильно, пацаны? Я считаю, что я вполне могу рекламировать и косметику. Да, Стасан, это прикольная тема. Ну вот, а что, реально, у них денег много. Джамала, украинская версия Джигурды. Согласен, блядь. А Лазарев, блядь, российская версия Джигурды. Мало того, что дельты маленькие, теперь еще и это. На АК, конечно, поеду так. А вдруг в судейской коллегии педики будут. Квартирку, покажи квартирку. Что тебе тут показывают, блядь? Я живу в шкафу, забыли, что ли? Валера, ты велик. Чё ты велик, то, что сзади стоит, крутишь? Конечно. Конечно, кручу. Своих продвинут. Так и да. Сказали же, что в Америке много гомосеков. Я готовлюсь. Арнольд Классик будет после чемпионата России или перед? Перед. Конечно, перед. Надо только над манерами поработать, чтобы я как-то более или менее на гомосека тянул. Ну, я думаю, если что, я смогу с некоторыми мэнс-физиками проконсультироваться, они подскажут. Конечно, проще. Купай домой себе эллипсоид. Будешь прокорять про турниры потом. И шпака в юбке на подтанцовку. Кай Грин себе линзы цветные вставлять начал на соревнования. Прикольно, у нас Карандашов-то делает давно. Буду. Я не понимаю, зачем поступать. А я не знаю, как поступает Кулаев, но все делается ради прокарты. Если ее дают, как можно ее не брать? А зачем анус отбеливать? 100 рублей на карту скину, только сотри. Нет. Артема Долгина нет, не знаю, но понимаю, о ком ты.
поступишь? Как Кулаев-то поступил? Я так и не понял. Рич в Москву приедет, не хочешь с ним встретиться? Нахуй он мне нужен, блядь. Он мне что в Америке, что в Москве нахуй не нужен. Чувак просто прошарил тему, что ему надо ехать в Москву, потому что у него много, блядь, долбоебов-поклонников. Вот и все. Ну и чё? Ну поехал на Россию всех ебать. И что? Это же один сезон. Он же не в следующем сезоне поехал, правильно? А поехал в этом. Он просто закончил сезон красиво. Нормально, я считаю. Мало людей, ну извини. Что сделаешь? Не расстраивайся так. А потому что вот так. Водянов-то как пролетел с прокартой. Спасибо, спасибо. Купил телефон уже лучше. Кто-то... В военном вузе, конечно, стоит. Да успокойтесь вы, ребята, зависть, не зависть, блядь. У меня по России, блядь, достаточно известность, поэтому, блядь, зависть у вас, блядь, кто пишет про меня. И у вас зависть, у меня нет, у меня все нормально. Я просто выбираю того, кто мне не нравится, и говорю, что он мне не нравится, вот и все. А вас бомбить там в вашем Мухосранске. Вообще ни о чем, Лаврентий, так просто тут. У вас сударь хоризма. Так и да. Да, я думаю, это фигня про Леврон. Я калории, ну, конечно, считаю. Нет, мастер, все, хватит. Хватит с вас. Кто я по нации, блядь? Гибернации, блин. А ты сам-то как думаешь? Попробую сначала на голос, и когда Белан повернется, офигеет. Я боюсь, что когда он повернется, блядь, он просто возбудится очень сильно и побежит ко мне приставать. Я осетин, блядь, ну как скажешь. Аким Уильямс хорош, да, я посмотрел, красавчик вообще. Кабардинец, блядь, осетин. Я удивлю тебя, блядь, но я славянин. У меня вообще нет никаких корней, ни кабардинских, ни осетинских, блядь, никаких других грузинских, блядь. Где ты нахуй увидел у меня корни такие, блядь? Гиперэкстензия при боли в пояснице. Нет, нельзя. Еврей, да, да, конечно, еврей. Рули, да какой был, такой остался, блядь, чё? Как здоровье? Здоровье, мастер, ну, сейчас чуть получше. До этого было хуже. Да Декстер, конечно, рули кривой, блядь, как хуй знает что. Кривой страшно. Я сейчас, кажется, кого-то забаню. Какую-то тут хрень начинаете. Васип, чё, какую тему? Правую, левую тему? Мартинес, да, как обычно, ничего особенного. Леврона, ну, Тураху, кинь мне в личку ссылку. Я так нихуя даже и не видел. Посмотрим, насколько он там сухой, насколько он там большой. Сколько я видел фоток Леврона, я вообще что-то не был впечатлен. Я не знаю, может, это старые фотки. Да уж, Стасон, это точно, блядь. Даже в топ-10. Я тоже, мастер, считаю, что не войдет он в топ-10 объективно, как бы, блядь. Ну, не та форма. Не скажу. Новую фотку позырили, лайкнули меня в инсте, да? Спасибо, мои сладенькие. Пацаны, короче, мне кушать пора. Я, наверное, пойду уже загружаться, потому что потом у меня глютамины, БЦА там всякие. Ну, вы знаете, как обычно все. Одежда, вот я же сказал, после выходных будет понятно, когда будет одежда, что будет примерно почем. Вот.
тогда я, соответственно, вам все расскажу. Так, это все со своим зеленым слоником. Инс еще не бахнул, вот сейчас пойду ставиться. Спасибо, спасибо. Не, не хочу, я есть буду без вас. Спортпит, как он называется, я еще не говорил. Натурахо, я не знаю даже, под каким этим сидит, да. Вот я посмотрел. 5000 миллилитров теста. Хорошо, ладно. Ладно, пацаны, все, короче, лайкайте там мою фотку в инсте. Люблю вас всех. С Евровидения вам привет передам обязательно.